Трагедия произошла с ребенком в Анапе, утонул в бассейне. Сегодня в пансионате Черное море мальчик в бассейне ушел ко дну. Вытащили. Скорая сделала, что смогла. Ребенок в реанимации. Будет ли жить, пока неизвестно. Врачи борются за его жизнь. Пока мальчик тонул, его родители сидели в баре у бассейна. Это то, о чем я постоянно говорю, что дети тонут беззвучно. Уважаемые папы и мамы, не отключайте на отдыхе мозг, берегите детей. Информация из типа Анапа 2.0, ссылочка будет в описании. Друзья, пожалуйста, просто предупредите всех знакомых, друзей, кто отдыхает на море, о том, что с морем, бассейнами не игрушка. То есть, если вы ребенка отпускаете, ответственность вас не спадает. Вы должны следить за своим ребенком сами. Я, конечно, не знаю, был ли в этом бассейне спасатели, есть ли кто-то другой ответственный, может быть, детей отпустили под его, конечно, ответственность. Ну, уже, как говорится, не мне это решать и разбираться. Дай бог, чтобы ребенок пришел в себя. Это было бы самое лучшее в этом году. К большому сожалению, очень много людей уходят, но здесь бы хотелось просто настоящего чуда. Так что давайте вместе с вами просить всех, кого только можем, о том, чтобы ребенку помогли.